В 2024 году некоторые стоматологические услуги будут включены в пакет обязательного медицинского страхования. Об этом в эксклюзивном интервью Астава Хабяр сообщила главный советник отдела по общественным связям Агентства обязательного медицинского страхования Лейла Латифова. В следующем году обеспечение лекарствами в амбулаторных условиях также будет покрываться за счет обязательного медицинского страхования. Мы предусматриваем, что в следующем году обеспечение медикаментами в амбулаторных условиях, то есть лекарствами, выписанными врачом на основе рецепта, будет покрываться за счет обязательного медицинского страхования. Для этого разработан определенный проект, который представлен соответствующей структуре. В первый год обеспечение лекарствами будет компенсироваться поэтапно. Первый год предусматривает включение в страховой пакет обеспечения лекарствами, связанными с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также планируется поэтапное покрытие за счет страхования обеспечения препаратами при заболеваниях пищеварительной системы и органов дыхания. Речь идет также о диагностике у стоматологов. Граждане могут воспользоваться обследованием полости рта в рамках обязательного медицинского страхования, обследование ротовой полости детей в рамках первичной медико-санитарной помощи, а также проведение санитарно-гигиенической просветительской работы, связанной с полостью рта, и обучение навыкам входит в страховой пакет и является бесплатным.